Уважаемые коллеги, здравствуйте. Сегодня хотел бы поговорить о вашем и нашем самом любимом столе, одном из самых любимых столов для груминга. Это стол на гидравлическом подъемнике модель G1 с размером столешницы 120 на 60 сантиметров. Эта модель, как мы ранее неоднократно говорили в своих видео, подходит как для больших, так и маленьких и средних пород собак. Можно подобрать очень удобно под рост. Такой стол крайне сложно перевернуть. Но сегодня мы не об этом, а сегодня о том, что, не побоюсь этого слова, мы создали стол, которого даже нет у китайцев. Это годы наших инженерных разработок и ваших, собственно говоря, советов. Давайте разберем, что изменилось. А изменилась, скажем так, внутренняя часть этого стола, именно подстолье. Посмотрите, какое оно стало широкое. Стол с одной стороны стал весить чуть-чуть больше, но с другой стороны он теперь еще более устойчив, и его крайне сложно перевернуть. Не происходит никаких закусываний в подъемах. Сломать такой стол крайне сложно. Помимо, более широкой вот этой части подстолья, увеличилась еще внутренняя часть подстолья. Теперь отодрать или как-то повредить столешницу даже под буйным клиентом будет крайне сложно. То есть этот стол стал еще более надежен. А такая несложная, да, достаточно простая конструкция самого гидравлического подъемника, позволяет этому столу работать, не побоюсь этого слова, опять же, наверное, вечно. Давайте еще раз расскажем, как он поднимается и опускается. Нажимаем до конца, стол опускается. Вот такими вот движениями стол поднимается. Можно выбрать ту удобную высоту, которая подойдет как вам, так и тем животным, с которыми вы работаете. И, наверное, это еще не все, потому что у нас сейчас происходит доработка всех электрических и гидравлических столов. Да? Мы опять же будем об этом рассказывать в новых видео. Везде будет изменяться подстолье. Мы не стоим на месте, усовершенствуемся, так же, как и вы. Спасибо.